Вот он, друзья, красавец, стадион «Нефтяник» в городе Уфа. Ну, не кричи там. Знаете, первое впечатление, что стадион кажется каким-то большим, вытянутым, просто огромным. Но по факту он такой очень маленький стадион, очень удобный, уютный. А сейчас, друзья, мы зайдем с вами в Святая Святых, я вам покажу, где производится сигнал, где производится картинка, как все это делается и как работают все люди, вся большая бригада. Нет, у нас 8 камер с под трибункой, со звуком. Будем слышать переговоры судей, как они вызывают игроков, как они проверяют гетры, бутсы, всю их экипировку. Потрясающие заворотные камеры. Скорее всего, добавится еще план с коптера. То есть будет вот такая потрибунка у нас, будут заворотные камеры со всех ракурсов, обратная камера, передняя камера, все, что все удобно, потрясающие повторы, потрясающий комментатор, потрясающий тетровик, режиссер хороший. Друзья, Сергей Николаевич Тельпышный, глава пресс-службы футбольного клуба. Нижний план, мне кажется, у меня будет второй подбородок лучше чуть приподнять. Вот, вот видите, сразу профессиональный человек. Не то, что я приехал просто поболтать здесь 2 часа. Уфе у нас тут настолько жесткий отбор, что давно бы уже вытеснил. То есть у меня бы не было шансов вообще даже подойти близко к этому. Нет, почему? Почему? Мне нравилось, как ты комментировал наши матчи. Сейчас на графике можно мне здесь будет корону вот такую подрисовать, огромную? Нет, рановато после этого матча. Друзья, все прекрасно да, вообще. Да, все, атмосфера? Все. Нет, пока никакой атмосферы нет, тишина. В лучшую сторону изменились. Вот трансляции стали с нескольких камер. Тут однозначно. Лига движется вперед. Даже федеральный канал показывает матчи лиги. А сейчас вот уже фанаты даже кричат «Фунео, ништяк!». Уфа – классный клуб. Это Уфа – классный город. Мы надеемся, что и у нас будет все хорошо. Все будет хорошо. Ну что, друзья, меньше часа до начала игры «Уфа-Алания». Давайте покажу вам, как работает наша студия. Вот, друзья, вот такая вот маленькая, скромненькая, даже вроде бы не похожа на студию. Сергей Сергеевичный, режиссер звука, режиссер сегодняшнего эфира. Да. Вот такая вот камера. Здесь мы будем видеть с нашим гостем сегодняшним себя. Вдруг мы захотим посмотреть, какие мы прекрасные. Во дворе, в Томске, теперь в Уфе. Что это? Что это за... После Томска еще раз был во дворе. Ну, какое-то чувство у меня очень приятное возвращаться сюда и впервые выйти в форме не Уфы на этом поле. Ну что, друзья, спустя 29 часов я вернулся домой. Почти все они прошли без сна, эти 29 часов. Смотрите лучшую лигу мира. Пока.